Давным-давно в одном краю далеком, где ветер знойный над землей кружил, в покинутом селенье одиноком на склоне гор почтенный старец жил. Был очень мудрым он, и, зная это, и в холод, и в палящую жару, за помощью и за простым советом из стран далеких люди шли к нему. Вопросов у людей всегда так много, кто только гостем здесь не побывал. Но старец, помолясь усердно Богу, на все вопросы притчей отвечал. И вот когда закат земли касался, а ночь была готова день сменить, из дальних странствий путник возвращался, спешил он с мудрецом поговорить. Не смог тот путник отыскать ответа на свой вопрос, куда бы ни ходил, а поутру, встав рано до рассвета, с надеждой у мудрейшего спросил: «Скажи, отец, но почему так быстро плохое может сердцем завладеть? Греховные привычки или мысли стараются поглубже кинуть сеть. К плохому мы нетрудно привыкаем, и злое укрепляется быстрей, чем доброе, посеянное нами. В неравной схватке зло добра сильней. А если зло в себе хотим исправить, греховное на чистое сменить, то ждать плода приходится годами, чтоб доброту в себе укоренить. Чтоб грех посеять, не нужна сноровка, он может быстро душу погубить, а доброе нужна тут тренировка. Нельзя иначе сердце сохранить. Подумал старец, помолился Богу, но притчу говорить свою не стал. Окинул взглядом пыльную дорогу, нагнулся и два семечка поднял. Одно из них с изъянами гнилое он в землю возле дома закопал. Второе же, хорошее такое, на солнце положил и так сказал: «Гнилое семя – грех, добро – другое. Ты наблюдай, вот мой тебе совет. Природа лгать не будет, и ты вскоре на свой вопрос получишь сам ответ». Неделя пролетела в ожидании. Не находил себе тот путник сна. Едва дождавшись солнца утром ранним, пришел он посмотреть на семена. То семя, что на солнышке лежало, засохло, выдул влагу ветерок, гнилое же погибнуть не желало, из семечка проклюнулся росток. Он с каждым днем корнями укреплялся, хоть и невзрачным был совсем на вид. Сорняк, все говорили, ухмылялся, поскольку знал, что многим навредит. Порою с нами тоже так бывает. Спешим всем рассказать про добрый плод. Его на обозрение выставляем. От слов красивых внутренность поет. Людские речи согревают душу, возводят на почетный пьедестал
И вновь хотят услышать наши уши досель еще неслыханных похвал. Хорошее в нас быстро угасает, от счастья и похвал мы польщены, гордыня с хвастовством одолевают все доброе, чем были мы полны. Грехи же скрыть пытаемся поглубже, и ничего о них не говорим. Стараемся мы Богу быть послушны, но об изъянах сердца мы молчим. Грехи молчание наше одобряют, их не тревожат, их не теребят, все глубже свои корни опускают, так укрепить позицию хотят. Мой друг, хочу совет тебе дательный, да и себе, конечно, что скрывать. В молитве перед Богом на коленях не бойся об изъянах рассказать, о том, что много лет тебя терзает, и злей пред Богом, голову склоня. Отец о всех тревогах, тайнах знает, и где бы ни был ты, хранит тебя. А добрые дела твори в смирении, не выставляй их людям на показ. Имей в себе любовь, храни терпение, и Бог, увидев тайное, воздаст.